Спутниковая система ГЛОНАСС теперь будет следить не только за перемещением городского транспорта, но и за коммунальной техникой. Об этом накануне сообщил исполняющий обязанности начальника департамента строительства и городского хозяйства Александр Цацулин. Необходимость для такого решения была вызвана предприятиями, обслуживающими Волгодонск, а точнее их нечестностью. Так, к примеру, зимой вместо заявленного количества снегоуборочной техники на линию выходит гораздо меньшее, а оплачивать приходится каждую заявленную единицу.